Итак, друзья, пора признаться вам, сколько же я смог задержать дыхание. Ну, на самом деле, всего лишь на 1,5 минуты. Максимум причем. Казалось бы, маловато, да? Но для первого раза, я считаю, пойдет. Правда, вот у меня в группе был парень, который задержал на 3 с чем-то минуты, и другой парень задержал на 2 с чем-то минуты. Казалось бы, обидненько, что я самый лох, но по факту оказалось, что первый парень профессиональный скуба-дайвер, а второй парень достаточно хороший пловец. Так что не так все плохо, для первого раза пойдет. Вот, и еще интересный момент, что я просто по ошибке, ну, видимо, занизил из скромности свой размер, и поэтому мне достался очень маленький гидрик. И в штаны я еле как влез, а в куртку просто никак не получилось залезть, просто всей группой меня туда запихивали. А, конечно, без гидрика ты замерзаешь просто очень быстро в статике. В общем, был бы у меня гидрик, я бы там все 5 минут бы вам показал.